Шаббат шалом, дорогие. Как я рад вас видеть. Я понял, тишина в ответ. В ответ тишина. Знаете, я решил сделать опять такой цикл проповедей, которые будут менять наше сознание, менять нашу сущность. И сегодня я начну с простой темы, это самосохранение. Знаете, я долго думал о темах, о том, что говорить и как говорить. И смотря то, что происходит в мире, в духовном мире, даже смотря так, как люди ищут и сегодня многих перемен для себя, ищут какого-то прорыва такого, то ли финансового, то ли духовного, ищут духовных отношений, ездят на всякие конференции, поиск Бога. И я хочу подвести к моей теме, которую я потом хочу говорить, примерно с февраля или марта месяца, с основ, некоторых основ, которые помогут нам преодолеть некоторые барьеры нашего такого духовного ступора для многих. Если вы к вам присоединились по интернету, я буду рад всегда слышать ваши отзывы от наших передач. Первая часть моей темы, которую люди не сильно любят, но которая стала часть нашей жизни. Жизнь. И мне сложно об этом говорить. Я думаю, почему. Потому что это состояние сегодня стало частью нашего бытия. Поэтому это будет примерно 3-4 проповеди, которые говорят необходимые для нас грехи. Вы скажете, ой, вей, рэбэ, грех есть грех, какая необходимость в грехе? Но на самом деле, если вы просмотрите наше общество, вы поймете, о чем мы говорим. Встаем с утра, проспали по причине вчерашнего какого-то длительного просмотра фильмов. Мы сходим нашим работодателям, либо на работу, говорим, извините, мы проспали, у меня дети заболели, кофе сбежало, молоко где-то там не купили. И мы начинаем наш день с того, чтобы оправдывать свою часть жизни. Мы бежим на работу, на работе нас встречают, мы оправдываемся, говорим ложь. После всего мы снимаем себе пот холодный, говорим, все пронесло, нас отпускают на кофе, мы там сидим чуть дольше, чем надо, говорят, на перекур, ничего страшного, говорим о ситуации, которая нас беспокоит. Мы потом едем в командировки, привозят всевозможные отчеты, которые где-то мы списали деньги, что-то еще. Люди не умеют, это Советского Союза еще так вот примкнуло к нам. И вот на самом деле ложь, скрытость, обман стала частью нашей жизни. Ты думал когда-либо, что эти грехи станут необходимыми? Если вы спросите меня, то я скажу, что для того, чтобы выжить в этой жизни, эти грехи необходимы. Что вы говорите? Вы услышите меня, помните, о чем я говорю. Не то, что я пытаюсь оправдать грех или говорить, грешите. Нет. Настолько это стало тонкой частью нашего бытия, что мы подсознательно уже находимся в этом грехе. Смотря на происходящее в этом мире, где мы с вами живем, и за то, что произошло за 20 лет нашей независимости, я могу сказать, что перемены в этом обществе настолько были влиятельны, что они зацепили и реформацию всего верующего населения. Римлянам 1:28 говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Делать непотребно. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательное зло, послушные родителям, безрассудные,
вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Некий небиблейский подход общества стал изменять подсознание многих верующих людей. Небиблейский подход нашего общества влияет на самосознание многих верующих людей. И скажите, извините, я не знаю, что вы говорите, ведь грех есть грех. Грех всегда ведет к смерти, и духовно, в первую очередь. Но вот что я имею в виду. Мы с вами в современном мире, в котором мы живем, мы, говоря прямо как гончие псы, гоняемся, как нам получить прибыль почти из ничего. Как нам приобрести богатство, мы смотрим, что нам приобрести. Ищем чудеса, освобождение. Но на самом деле, глубоко внутри себя, мы забыли о таком слове, как правда. Мы забыли такое слово, как истина. Добро. И я сегодня, смотря даже на христианский мир, знаете, я удивляюсь, что такая реформация, такие перемены повлияли на сущность самой церкви. Мы подсознательно разделили грех на очень важные, как бы такие страшные грехи, и грехи, которые мы называем по категорию прегрешения. Хотя сами не понимаем, что за грех. Мы говорим, вот здесь грех большой, о том человек, я прочитал в Римлянам 1 глава, да? А есть другие вещи, прегрешения, хотя мы не понимаем, что это такое. Это как бы, ну это же небольшой грех, маленький, значит, что-то такое, ну, может, Богом еще мы где-то сравнимся, где-то там, скажем, один на один, просто один плюс один какой, ну ничего страшного. И знаете, Писание говорит, Колоссянам 3, глава 5 стих. Итак, умерщвите земные члены ваши, блудничая за ту страсть свою, похоть, любостяжание, которое есть, идолослужение. И это страх. Страшно, что мы разделили, как верующие люди, грех на две позиции. Один, это форма формулировка такая, страшные грехи, которые, вот я уже прочитал, да, такой Голиаф. А другие, это такой маленький файл в нашем христианском сознании, который мы говорим, прегрешение. Небольшие грехи. И знаете, вот ложь по какой-то мере нашего общества, она научила нас лгать. Она приучила нас так жить. Без чего зачастую верующие люди боятся без этого прожить. Я взял Википедию и набрал слово ложь и посмотрел ее значение. Ложь. Утверждение, заведомо не соответствующей истине и высказанное в таком виде сознательно. Впоследствии эта ложь становится частью жизни. Профессор Паулот доказала, что ложь очень распространенный повсеместный жизни коммуникационный феномен, который включает в себя разнообразные ситуации и тактики. По типу ложь бывает прямой ложью, неправда в чистом виде, преувеличение и тонкая ложь, опускание важнейших деталей. Это то, что говорит нам Википедия. Профессор Экман определяет ложь как намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о своем намерении сделать это. Представляете себе картину, вы встречаетесь с кем-то, хотите, ну, как бы выгоду чего-то иметь, и заранее говорите, то, что я тебе скажу, это будет полная неправда. И вы пытаетесь что-то продать, что-то получить, что-то сделать, какую-то себе, какую-то цимис, да, что-то такое, и кто вам померит? Конечно же, никто не подходит другому человеку с, как бы, с прямо говорить, вот то, что буду говорить, это ложь.
Но это на самом деле страшное состояние. Особенно, как бы у нас в Одессе, у нас такое есть выражение, кого-то кинуть. И когда говорят, что-то происходит, говорят, ну он же лох. То есть он обыкновенный прохожий. А если он прохожий, он не свой. И вот если ты кого-то не кинул, если кого-то не лоханул, то ты не одессит. И все, что хочешь узнать, можно узнать на привозе. Момент такой, если ты не одессит, значит ты не умеешь ничего сделать, никому ничего не протолкнуть, ничего сказать, ничего продать. Когда одессита встречает, говорит, мне нужен вагон сахара. Он говорит, хорошо, куда ты идешь? Говорит, искать сахара. Говорит, куда? Я пошел искать деньги. То есть всегда что-то нужно, что-то иметь выгоду. И на самом деле, даже если эти прегрешения, которым мы привыкли, в которые мы ввязлись в этом обществе, мы то, что общество считает обыденным издержком производства, да, вот мы говорим, это норма для нас сегодня, это никогда не говорит о том, что то, что нам позволит, то, что нам позволяет общество, будет оправдано перед Богом в его глазах. Смотрите, царь Давид в своих псалмах начинает говорить с Богом, и то, что я хотел бы, чтобы стало нашим таким красным стихом для нашей жизни. Тегелим, то есть это псалмы, 139 говорит, 23-24 стих. «Исследуй меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай мысли мои, и посмотри, не на печальном ли я пути, и веди меня по пути вечному». Когда Давид говорит это, он говорит, слушай, Ава, я хочу обратиться к тебе, испытай меня, не на печальном ли я пути. В русский перевод он говорит, что не на опасном ли пути. Ну, опасный путь, это как опасный. Знаете, вот у нас вся жизнь опасность, и мы из опасности делаем всегда еще хорошую как бы, жизнь. Как бы ходить на острие лезвия такого. Но внутри Давид говорит, посмотри, не на печальном ли пути. Другими словами, то, что я делаю, и как я себя веду, не приведет ли меня к печали? То, что я могу сказать, пустоте перед тобою. Многие сегодня верующие замечают за собой пустоту, уже будучи долгое время уверовавших, посещающих церковь или общину, они замечают за собой какую-то пустоту, не задумываясь о том, что образ жизни, который мы ведем сегодня, диктуемый нашим обществом, закладывает отношения между нами и Богом. Из Амиды, это молитва стояния в еврейских синагогах читается, и многими евреями на местах утренней молитвы, либо вечерней, либо дневной, там есть такой параграф, такой как бы молитвы, завершение Амиды. «Бог мой, храни язык мой от зла, и уста мои от лживых речей». И перед теми, кто меня проклинает, пусть молчит душа моя. Как много из нас сегодня могут так помолиться, сказать, Господи, я нуждаюсь в этом. Перед теми, кто проклинает тебя, те, кто делает тебе зло, ты говоришь, Господи, помоги мне, чтобы моя душа, она молчала. Пусть будет душа моя, как прах перед всеми. Открой мое сердце для Твоего Слова, для Твоей Торы, чтобы к заповедям Твоим стремилась душа моя. Вот основы для человека, это как бы Божье Слово, но в нашей жизни происходит иначе. Мы живем немножко в другом обществе. Встречаясь с многими людьми, я вижу много проблем в семьях по многим причинам. Если вы возьмете себя, перенесете 100 лет назад, многие люди не путешествовали. Мало людей, кто путешествовал. Были поселения, где люди жили и бедно, и скудо, и, может быть, и богато. И кто-то стремился к богатству, кто-то просто проживал свою жизнь, потому что знали, что так происходит, ну, нормально. И если Господь дал, Он дал. Ну, как бы мудрость, есть на чем жить и есть как жить. Но сегодня в мире интернета
мы захвачены обманом иллюзий, в которых люди живут. Сегодня телевидение представляет нам иллюзию, которой мы хотели бы жить, и мы сами себя накручиваем в этой иллюзии. Один из примеров. Многие из вас, может быть, смотрят разные сериалы, особенно те сериалы, которые связаны с людьми, которые имеют влияние, власть и деньги. Интриги, любовь, яхты, красивые места, где люди живут, перелетают, одеваются. И вот эта иллюзия такого обмана, она представлена к нам как интрига для того, чтобы этим жить. И многие люди себя сегодня накручивают тем, чтобы жить вот так, как живут в этих кинофильмах. Они смотрят их сериалами сотнями, тысячами просмотров. И отношения в семьях становятся проблематичными. Отношения в обществе становятся проблематичными, потому что мы не хотим быть участниками этого общества. Мы хотим жить там, где вот тот фильм. Турция, Америка. Европа, может быть, еще Эмираты, что-то еще, золото, серебро, машины, песни, пляски. Мы накручиваем себя. Может быть, некоторым людям это удается, но на самом деле это иллюзия, которая разрушает личность человека. Знаете, я не могу заставить людей делать то, что им не нравится. Я не могу вас заставить то, что вам не нравится. Но давайте вспомним наше детство. Кто из вас, ну, как бы сказать, мы сегодня будем говорить, если мы где-то будем возле костра, либо возле чашки кофе мы будем пить, я спрошу у вас, как у вас проходило детство или юность, и мы открываемся и говорим о том, какие проделки, какие мы проказники были в нашем детстве, правда? Открыто, спокойно говорим об этом. Мы еще смеемся, как мы обманывали своих родителей. Как мы там что-то еще говорили, как мы убегали из дому. Я сегодня узнаю вещи, которые мои дети говорят и смеются еще так, знаете, так, ну, прямо так, с ехидничеством таким смеются. Говорят, а вы даже не знали, что мы из дому убегали там, на дискотеку туда-сюда. Я говорю, боже мой. Это смешно сегодня, но давайте скажем так прямо. Кто из вас лгал в детстве, так истинно? Ну, правильно. Понимаете почему? Потому что мы уже взрослые. В детстве? Конечно, за 5 копеек. Что это в детстве? Что это такое? Все так делали. Ну, все врали, потому и нам, почему бы и не... Это нет, почему нет? Но на самом деле ложь – это ужасный порок христианства. Сегодня. Я, по крайней мере, сегодня говорю. И Библия об этом говорит еще как бы изначально. О том, что... Это на самом деле преткновение. И многие люди не понимают, что это является преткновением и тормозом для их исцеления, для их свободы, а также для их процветания. Ложь является ступором или же препятствием для того, чтобы получить благословение. И захваченное богатство, оно не приносит тебе удовольствия, потому что оно захвачено несправедливо. Нам кажется, что без этого греха сегодня невозможно прожить. Кто с вами согласен, со мной согласится с этим? Что многие люди сегодня не видят своей жизни, если они не используют ложь для корыстной цели. И говорят, прожить сегодня, особенно в Одессе, ребят, извините, вы что, откуда приехали? И это часть нашего бытия. Иногда мы так верим в то, что мы не можем жить без этого, что это становится необходимой частью нашей христианской или верующей жизни. Скажите, ложь – это грех? Или способ выжить? Что это для тебя сегодня? Что важнее для тебя, полуправда или полуложь? Вы слышите, да? Мы иногда говорим, так это же как бы, ну наполовину правда. Защищая себя тем, что это наполовину ложь. Что может быть, это перед Богом как бы и не грех.
Да, мы сегодня соглашаемся с ними. А вот, Ребе, если бы не было тех христиан, которые лгали эсэсовцам, пряча евреев и как бы и переписывая им имена и так далее, и, знаете, вот было же, лгали же верующие ради спасения многих евреев. Я скажу, спасибо вам. Вы спасли многих. Но я говорю сегодня не о каких-то ситуациях, которые вынуждают тебя приступить этот грех, спасая людей, но о ситуациях, которые стали частью нашей ежедневной жизни, в которой мы живем. Знаете, как анекдот, который существует уже давно. Приходит один поляк уже в современное время, 80-е годы, старый, к ксензу, в капличку, и говорит: «Отче, мне нужно исповедаться, вы что? Я тут, когда немцы зашли в Варшаву, в 1939 году, ну так было плохо тем евреям, ну что я спас евреев». Он говорит: «Вот да», ну как бы вопреки всем запретам. Он говорит: «Сын мой, ты же спас еврейское дитя, этот благословенный народ, это же такое счастье, что ты это сделал, ты был праведником пред Богом». Он говорит: «Да». И плачет, говорит: «Ну я не знаю, что делать, я чувствую, что мне надо что-то, что Бог со мной что-то поговорил, что-то сделал, я не знаю, ведь это правильно, что я их прятал в подвале своем». Он говорит: «Ну ж ты ж прятал, ну и то самое, я с них еще аренду брал, ну за газ, за свет, кормить нужно было, то есть он говорит: «Дорогой, ты же не мог показать из своего счета, как что у тебя деньги уходят, немцы бы узнали бы, что у тебя денег что-то уходит, значит подозрение, там же целая семья». И тут он расплакался, плачет, говорит: «Что теперь, ну что теперь?» Он говорит: «А должен ли я им сказать, что война закончилась?» Многие люди сегодня так живут. Живут таким образом, чтобы их жизнь, она становится такой каким кошмаром, и не знают, что с этим делать. Вроде бы правильно поступают, но эта маленькая ложь становится жизненным как бы поведением для многих. Я скажу, что Богу мерзость – ложь. Библия говорит, что притчи мерзость пред Богом уста лживые, а говорящий истину богоугодно ему. Мы, может быть, не можем придавать большого значения тому, что мы говорим, но Бог смотрит на ложь ужасно. Я не буду читать некоторые места Писания, которые говорят о том, что для многих людей дьявол становится их отцом. Я не буду говорить. Ишуа говорит: «Отец ваш – дьявол, потому что он был изначально лжецом». Но там в переводе оно как бы уникально, потому что он лжет тогда, когда ему хочется, когда он желает. Итак, смотря на эти места Писания, которые я сейчас прочитал, зададим себе вопрос: что с этим делать? Почему мы лжем? На самом деле, почему мы лжем? Мы лжем другим людям, потому что себе лгать не хочется. Хотя некоторые умудряют и себе лгать. Еремия 9.5. «Каждый обманывает своего друга, и правда не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Представляете, о чем говорит Еремия? Друг другу не говорит правды. Они настолько лгут друг другу, что ложь стала частью их жизни. Они лгут до усталости. Сегодня в этой Одессе, которая как бы изменилась очень сильно, люди даже не устают лгать. По общей статистике в Америке, на Украине общую статистику по лжи очень трудно составить, потому что тут сложно. Но я бы читал одну среднестатистическую позицию в Америке. В Америке женщины врут в среднем 3 раза в день. Дорогие мои, это 1000 раз в году.
Некоторые, что маем, то маем. Да, 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 понимаю. Мужчины так задумались. Я скажу, дорогие мои, мужчины, не думайте о ваших женщинах так свысока. Знаете, сколько мужчины врут? В два раза больше. И причину я не знаю. Я не знаю причину, почему не лгут. Может быть, самосохранение, экстинкт. Может, жену, которую ты мне дал. Да, там. Я не знаю причину. Там ложь 6 раз в день. Вот именно. Но суть в том, что ложь это грех, это ужас. Вы скажете, что, пастор, сильно праведный, что никогда не лгали. Слушайте, честно скажу, как и все дети лгал. Как и все дети лгал. Но в детстве я понял одну хорошую, хорошую истину такую. Что лучше сказать правду и за нее сразу получить. Так, чтобы было под первое число, как папа любит говорить, да, под первое число попасть. Чем сказать ложь и оттянуть очень суровый метод наказания инквизиции. Потому что всегда меня достигало оно. Я понял, я был маленький, я помню, когда вот папе скажу какие-то такие вот вещи, почему я опаздываю от бабушки, почему я вовремя не прихожу. Хотя я не знал, сколько время, меня там мальчишки там побили или что-то еще, там, меня там автобус не вовремя пришел. И я получал под первое число, я вам скажу так, это было такое, не очень хорошее, вот такое. Потом я понял, а давай скажу правду, И сказал папа, не хотел тебе домой, вот так вот получилось. И смотрю, меня пронесло. Я говорю, в чем справедливость? Пытаюсь говорить какую-то такую интересную историю, он тебе не верит. Потому что теперь, когда папа уже взрослый, когда я сказал, как папа стал, я понимаю, смотришь на ребенка, его глаза лукавые. И сразу вычисляешь эту тему. Но когда человек говорит правду, даже если она горькая правда, она и неприятная, ты понимаешь, что ты должен быть наказан, ты постоял 5 минут в углу, в наказание, сказал, хорошо, я больше так не буду, и все. И вот каким-то образом я внутри я себя изменил. Я лучше буду говорить правду. Либо я, если я не знаю, я говорю, я ничего не знаю. Может, ты что-то, что ты об этом думаешь? Я ничего об этом не думаю. Но что-то, может быть, ты, мнение свое скажешь. Я не хочу никакого мнения. Вот Давид здесь интересный, мой средний сынок, да? Однажды в Америке Татьяна говорит, слушай, а что ты об этом думаешь? Он говорит, мама, я, во-первых, не хочу, чтобы обо мне ничего думали, поэтому я ничего не думаю о других. Он говорит, вот позиция. Ну, хорошо, хотя бы мысль какую-то свою высказать. Я все сказал. Вот здесь момент такой внутри, что мы должны научить себя истине. Это сложный момент, потому что на сегодняшний день, я скажу так, детство детством, а бывает еще будни наши. Одна история, которая со мной произошла буквально недавно в моей поездке за границу. Ситуация такая не очень приятная. Я пытался втайне удержать от Татьяны мою покупку этого прекрасного iPad. Вместо того, чтобы сказать, что я был искушаем попытка купить этот самый себе iPod, да, вот новый. Суть в чем? Валентин Шеховцов говорит, Ребе, нам нужно будет делать программы. Между прочим, мы уже выпускаем программу «Шахарит и кофе». 5 минут вы можете посмотреть каждый четверг и каждый понедельник утреннюю молитву и наставление в вере с местами Писания. Поэтому Валентин говорит, Ребе, нужно для того, чтобы сделать этот весь проект, нужно еще отдельный планшет. Что будем делать? Я думаю, зачем планшет покупать, если могу купить себе что-то. А вот свой старый отдать своему сыну старшему, а тот, что у него как-то старенький, подертый и так далее, я возьму себе на тот самый, на сахарит и кофе.
Вот и все. И с этой мыслью я пришел в магазин, и знаете что? Я себе придумал, я скажу честно, я говорю, надо купить Татьяне что-нибудь получше. И как бы я как бы сказал, вот этот компьютер, который новый, он лучше, он лучше твоего, как бы хорошо. И Давид мне помогал в этих вещах, как бы не то, что лгать маме, имеется в виду, что он выбирал хороший этот компьютер, да, но все-таки как бы хорошая тема. И вот под этот шумок, вот такой вот покупок для Татьяны, я купил себе iPod. И тихонько держал его в секрете. И тут момент такой истины. Знаете, как бы, она увидела и говорит, это твой? Конечно, это мой. Она говорит, и я понял, следующая фраза начинается в воздухе появляться. А что трудно было сказать? Ну, сказал бы мне, что тебе хочется. Я понимаю, ой, попал. Вместо того, я не знаю, что с вами произошло. Я не знаю ситуацию. Либо это самосохранение какое-то такое, либо это самозащита какая-то произошла. Включается резко. И ты говоришь, подожди секунду, что, при чем здесь я? Я что купил? Это все Валентин хотел купить, это, чтобы я купил. А я поддался искушению. Вместо того, чтобы так бы сказать, слушай, я виноват, прости. Это как бы попал под искушение. Я вдруг начал говорить. Такие вещи, которые, да я не тогда, я сейчас купил, мне это надо. И, милая, прости меня. Суть, мы попадаем с вами в ситуации, которые толкают нас на самосохранение. И будучи верующими людьми, мы попадаем в эти искушения и ищем оправдание себе. И я хочу сказать, что мы не просто лжем другим людям. Когда мы говорим о том, что мы делаем какую-то неправду или говорим людям неправду, мы забываем, что несознательно, мы забываем о том, что мы предстоим пред Богом и мы лжем Богу. Мало того, что мы друг другу как бы еще говорим, мы лжем Богу. И Деяния апостолов, вы знаете эту историю с Анани и Сафири, 5 глава 4 стих. Петр говорит, ты солгал не человеком, а Богу. Я не буду углубляться в эту историю, не знаю, как углубить ее и развить ее в направлении, но я хочу сказать честно, что если мы, как верующие люди, мы пытаемся манипулировать, вводить других верующих в заблуждение своим поведением, делами, словами или трудом, не забывайте, что на это все Бог смотрит другими глазами, чем мы смотрим. Если мы, как верующие люди, пытаемся манипулировать ситуациями и лгать другим людям, использовать свой труд или свое влияние, не забывайте, что и Бог смотрит на нас с точки зрения, что мы лжецы перед Ним. Бог, Он есть Бог праведности, и мы иногда думаем, что происходит в моей жизни. Почему у нас пустота? Почему у нас нету с Богом общения? Почему нету чуда в моей жизни? Потому что мы себя ввели в это искушение и не знаем, как из него выйти. Здесь, когда происходит темная сторона души, я называю темная сторона души, мы увлекаемся больше в эфирию, показать себя или что-то предоставить людям, и таким образом удаляемся от света, который Господь нам дал. Мы удаляемся. Мало того, что мы входим в эти бессилия, которые мы ищем. Мы хотим быть сильными, мы хотим быть верующими, мы хотим влиятельными быть, но в данной ситуации, когда мы попадаем в эти вот обстоятельства, они делают нас бессильными. Мало того, что мы обманываем других, обманываем Богом, мы приводим себя к самообману. Кто-то попадал в самообман, да? Сами себя в обман вводим. Мы обманываем себя мнимыми надеждами. Мы обманываем себя какими-то представлениями, какими-то грезами. Мне нравятся псалмы, Тегелим, особенно 118-й, не потому, что там самое больше стихов, на которых можно делать сотни проповедей, а там есть интересный
момент, где царь Давид пишет: «Пусть повеления твои, путь повелений твоих, дай мне уразуметь. О размышлениях буду я о чудесах твоих. Истаивает от грусти душа моя, укрепи меня по слову твоему. Путь лжи устрани от меня, и Тору твою даруй мне». Другими словами, царь Давид, будучи могущественным царем, был в таком же искушении, как многие из нас. Он говорит: «Удержи меня от самообмана, власти, влияния, использования своей силы». Честно говоря, я скажу так, что я сам подал такой самообман. Я буду говорить с вами честно. И многие из вас могут согласиться со мной с тем, что происходило. Например, один из примеров. До недавнего времени у меня было очень сильное давление. 150 на 100, так бы, я себя хорошо чувствовал. И мне всегда говорили доктора, говорила Татьяна, говорили другие люди: «Ребе, что ты с собой делаешь? Дорогой, что ты с собой делаешь? Это же давление, которое опасно. Там может быть инсульт, инфаркт и так далее». И чаще всего Татьяна говорит: «Извини, я не хочу тебя видеть на качалке, и у тебя слюна течет». Следи за собой. Знаете, что я говорил? Я был в самообмане, говорил: «Если мне неплохо, что тебе до этого? Если я себя хорошо чувствую, у меня давление, хотя большое». Я себе говорил всегда такое, искал в интернете, что у некоторых людей даже высокое давление – это норма. До 21 сентября прошлого года я понял, что это не норма, и что мне нужно было 20 минут до моего спасения. Самообман. Я жил в самообмане. И многие из нас могут так же само жить в самообмане. Это самообман – это вещь, которая ужасно влияет на нас. Когда с молодежью разговариваешь, то, что сигареты и привычка сигареты или пьянство – это неправильно. Это приведет к последствиям, которые будут очень горьки. Это привычки, это ситуация. Они говорят: «Ребе, что в это самое? Я ж не в затяжку. Я же просто так, в любой момент я брошу». Но самое страшное, знаете, где происходит баталии самообмана? Это наши семьи. Наши семьи. В тех, в которых мы живем. Обращаюсь я ко всем, верующим, неверующим, то, где мы живем, там, где мы себя обманываем, накручиваем, мы знаем, кто мы, что мы в свои позиции, свои утверждения. Честно, для верующих это поле боя, потому что нам нужно пройти. Например, чаще всего слышишь: «Да я что? Я ничего? Так это она, Ребе». Говорит: «Ребе, если бы вы знали мою Фиму, это все». Говорит, что люди, они говорят: «Не я виноват, я ничего». Это если бы он, а если бы она, а если бы мы все. Вы сразу можете сказать: «Ребе, но ведь вместо Писания же есть послание Якова, 3 глава. Так и язык, небольшой член вам, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно, неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемым гиены». Ребе, что вы не знаете, откуда язык растет? От самого там, от гиены оттуда. «Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся, морских животных укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может». Вот видите, никто не может это сделать, так что вы от нас хотите? Но это же не выход. Это же не просто момент сказать: если написано, что никто не может укротить, так что давать волю языку, обману? Я не вправе судить, стоите ли вы или падаете. Я и сам переживаю, чтобы быть в правильном положении перед Всевышним. Честно, я не пытаюсь судить никого и сам пытаюсь быть честным перед Богом. Но когда смотришь на людей, которые при всей
их непосвященности в жизни, они делают выводы из тяжелого опыта, когда они пытаются произойти свои трудности, переживания, и ты видишь реальный плод в их жизни, радуешься, что эти люди двигаются вперед на пути к благословению, что Бог на них смотрит, как на детей, которые возрастают в познании истины. Но в последнее время я встречаю многих людей, особенно вот мы здесь уже 20 лет почти находимся, да, и я встречаю разницу между людьми, которые были 20 лет назад, и я был верующим давным уже, давно, 30 лет назад, то и что происходит сейчас, я встречаюсь с людьми, которые, ну, может быть, давно не видел. Как любой другой пастор, я бы спросил, как дела? Как община, как церковь, которая, если я знакома из других церквей. Знаете, более чаще я встречаю такой ответ. А знаешь, немного заняты, туда-сюда, тому-сему. Как там церковь? Да я не знаю, последний раз был там месяц назад, но не знаю. Ты знаешь, немного заняты дела, дети уже подросли, надо в спортшколу было дать, на бальные танцы, туда, им как бы никогда. Но ничего, подрастут детки, мы будем, как с иголочки, будем обратно в церковь, обратно в общину, как бы все будет нормально. Вы знаете, это самообман. Как ты начинаешь свой путь, так мы должны закончить. Не начало спасает наши жизни, а в конец. В самом деле, не как мы начали этот бег, может красиво начать, а как выстроить так свой бег, чтобы в конце получить победу. Как сделать так, чтобы твоя жизнь стала успешной. И для меня сегодня есть большие переживания. Реально. Я сегодня переживаю за многих людей, которых я встречаю. Почему? Потому что, скажу так честно, сам был в таком положении. В положении, где чувствовал себя, что я вот-вот хочу сдаться, что всему происходит конец, какой-то холомец в жизни происходил, да. Я себя тешил какими-то грезами, что так не будет всегда, так что-то изменится. И я понимаю, что многие люди на каком-то этапе своей жизни просто остановились. Они не знают, что дальше делать, пришла пустота, и ответ на вашу пустоту, вот то, что кажется правильным сказать, это то общество, в котором мы живем, и тот самообман, в котором мы попали сами. Мы иногда думаем, что мы правильно стоим перед Богом, что все нормально, дети, там работа, ситуация, ну как бы там не пошел на молитву, не пошел там на общение, домашнюю группу, на служение, ничего страшного, как бы я там с кем-то поговорю, позвоню, там чуть-чуть сплетни, чуть-чуть там разговоров, ну я все узнаю об общине, как бы все нормально, как бы и думаю, что они правильны перед Богом. Но хочу вам сказать, как ты видишь, что ты стоишь перед Богом в твоей вере, Бог так не видит. Бог так не смотрит. Бог не может смириться с той ложью, в которой мы живем. Иоанна, первое послание, Иоанна 2 глава 4 стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. Даже сами действия и поведение наше может говорить о той ложи, в которой мы живем. Я задавал вопрос многим людям, почему вместо лжи, вернее, вместо правды они выбрали ложь. Почему? Я удивился некоторым ответам. Хотите, я вам прочитаю несколько ответов? Это не было исповедью, это просто людей, которые я спрашивал. Один ответ. Я боялся разочаровать людей. То есть они узнают, какой я на самом деле. Я хотел, чтобы они делали то, что мне нужно, чтобы они сделали. Другие говорили, у меня все идеально. Для всех я казался, знаете, вот самым идеальным человеком. Для моей семьи, для моих родителей был честный во всем, справедливый. Но внутри меня я разрушенный. У меня мысли о самоубийстве каждый день. Один человек мне сказал такую вещь. Я скрыл от своего мужа
и обманула его фактически, что я девственница. Мало того, у меня был аборт в 16 лет, я тоже это скрыла. Теперь у меня нет детей, и я думаю, что это наказание от Бога за ложь, которую я сказала мужу. Как помочь таким людям, которые попали в эти ситуации? И это длится уже долгое время. Это жизнь, в которой мы живем. И мы удивляемся, почему у нас нет, как бы сказать, того, что мы хотим увидеть. Это нелегко. И это не проходит бесследно. Ложь – это жизненный опыт, который многие прошли из вас. Это не проходит просто так. Почему ложь сегодня выгоднее, чем правда? Может, ложь помогает тебе скрыть твои недостатки? Подумай об этом. Может, кто-то скажет, так я сделаю это ради того, чтобы спасти своих близких, родных. Уважаю, что вы пытаетесь скрыть многие вещи. Но это не причина для тебе быть во лжи. Многие могут сказать, я лгу, потому что не хочу принести больно людям, как бы, чтобы они правильно все переживали. Я пытаюсь защитить многих людей. Скажу честно, невозможно построить себе правильного, хорошего имени на лжи. Даже если ты хочешь завоевать отношения людей, благорасположение, повлиять на них, быть таким, знаете, красивым в их глазах, невозможно строить отношения на лжи. Многие думают, если они будут лгать, то люди их будут больше любить, воспринимать лучше. Я хочу вам сказать то, что дьявол хочет, чтобы мы отходили от истины, потому что истина делает нас свободными. Другими словами, Иешуа говорит, я есть путь, истина и жизнь. И это значит, что истина – это не просто какое-то слово или какое-то состояние, это личность. Иешуа есть истина. И дьявол всячески в нашей жизненной позиции пытается нас отдалить нас от истины. От истины. И чем дальше мы находимся от истины, тем многие люди думают, что мы будем в безопасности. Но наоборот, чем дальше мы от истины, тем больше мы лжем, тем больше страха в нашей жизни, тем более мы уязвимы. Более и более уязвимы. Когда врешь, всегда озираешься назад, чтобы не попасть. Чувствовали это, да? Есть люди, которые настолько заврались, они уже не помнят, где истина, где правда, вообще все перепутано. И когда их ставишь на место, а знаете, чаще всего в нашем мире сегодня говорят, когда истина, она до того, ложь остается истиной до тех пор, пока ее не вскроют. Правда? Ну, мысленно. Но чаще всего, когда ложь в нашем обществе скрывается, мы говорим, ой, да я пошутил. Да обломайтесь, это была просто как бы шутка, ничего страшного. Мы настолько вжились в этот образ нашего общества. Хочу, чтобы вы понимали, что когда человек врет, он озирается назад, и это страшно, чтобы не попасться. Познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Что сделать? Что мы можем сделать с вами? На самом деле мы знаем ответ. Многие из нас знают ответ. Иешуа говорит, приблизьтесь ко мне. Приблизиться к Богу, значит сделать шаг веры. Давайте мы кинем вызов самим себе. Мы можем кинуть вызов лжи и неправде и пытаться в других людях раскрыть эту неправду и обличить ее и сказать, о, поймал лжеца. Но внутри нас мы боремся каждый день с этим решением. И я хочу сказать вам, какая бы ни была эта правда, ужасная,
может быть, она неприятная. Но если мы будем к ней идти, к этой правде, когда же самая малая эта правда, она сделает нас свободными. Мы будем свободно себя чувствовать, даже если это тяжело, и мы переживаем, потому что Колоссянам, 3 глава 9 стих говорит, не говорите лжи друг другу, совлеките ветхого человека с делами его. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Я не говорю сейчас такой вот, знаете, ложи, так вот, о том, что все лгут. Я говорю о состоянии нашего общества, в котором мы живем. И что-то стало частью нас. Накрутить, сказать. Особенно, знаете, в быту. Многих сайтах подаются приборы, которые снижают вашу электроэнергию потребления, да? Еще какие-то множества, хитрости. А о чем мы говорим? О нашей жизни. Матфея 6:7 говорит, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Многие делают фасад праведности, но в глубине души они знают себя самого». И я хочу сказать, что это я переживаю за это. Что в один день это раскроется, то, кто они внутри, на самом деле внутри. Я скажу честно, это откроется, но может быть поздно. Мы можем быть свободными. Почему сегодня многие врут? Потому что мы не верим, что наша, потому что мы верим, что наша ложь лучше, чем Божье прощение. Это услышите, что я сказал. Многие лгут сегодня, потому что они верят, что их ложь лучше, чем Божье прощение, чем Божья милость, чем Божье сострадание и Божья безопасность. Нам это неприятно. Если ты хочешь новой жизни и другой совсем, свободной, я сегодня хочу предложить тебе принять этот дар бесплатно. Сделать призыв Бога в свою жизнь и сказать Ему, как ты устал от того фасада, в котором ты живешь. Эта песня, которую мы пели, «Я сдаюсь Богу», она потрясающая. Поем ли мы, имея в виду, что мы сдаемся, или просто устами говорим, что мы хотим сдаться? Но твердо основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. Твердое основание. Бог познал своих. Он отдал Сына Своего Иешуа за каждого из нас, за каждого из вас. Он поставил печать свою. Но дальше написано Тимофея, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Это приказ. Сегодня наша позиция, как верующих людей, иметь другой совсем стандарт, чем этот мир. Мы, да, отделяемся своими служениями, своими событиями, какими-то конференциями, какими-то стадионами, праздниками, концертами, но не это должно отделять нас от того, от другого мира. Нас должна отделять наша позиция относительно того, во что мы верим. И я вам скажу, я каждый раз вспоминаю тот момент, когда у меня было в армии, когда я пришел в наглую просить себе место на складе, потому что фактически меня убивали на работах. Я пришел в наглую и сказал, я хочу эту работу. Начальник секретного объекта говорит, я знаю, кто ты, меня за тебя посадят. Меня уже предупредили. И я ему говорю, но ты знаешь, что ты получишь человека, который будет верный тебе, не обманет тебя, и тебя точно не посадят за недостачу в твоем складе. Через 3 дня он мне вручил ключи, говорит, иди принимай склад.
И к моему страху, когда я посчитал то, что там происходит, там на тысячи рублей было недостачи. Если бы была бы эта проверка, там бы всех пересадили. И Бог дал мне просто мудрость. И по своей то есть верности, которая у меня была, Бог мне дал мудрость. И когда пришла проверка через 3 месяца или 4 месяца, пришел после этого мой начальник, пьяный вдрозг, такой совсем, говорит, отмечать, что его не посадили. Он учил мне еще ключи другие, печать, говорит, научись моей подписи. Я говорю, зачем? Он говорит, а что нужно будет вывести туда, в этот самый, на другие объекты за пределы секретного завода? Будешь увозить. Я вам хочу сказать, что из того секретного завода ни один гвоздь не ушел. Просто так. На меня наезжали, мое начальство в казармах, там, мне нужно, нам обязаны. Говорит, просто выписывайте. Человек стал доверять. А я мог увезти. Там делали новые испытания двигателей водородных. Такой был генерал-майор Кузнецов. Мог вывезти что угодно оттуда. А подпись была поддельная. Печать настоящая. И я помню, что я оставался на том объекте один, единственный. Всю нашу часть переносили в другие места, перевозили. А я там спал, когда минус 40 на улице. Ничего не делал. Потому что Божье благоволение было тогда, когда я сам с собой стал честным. Я сказал себе, я же свет этому миру. Я должен быть честен перед Богом и собой. Совесть должна быть непорочна. Я предлагаю сегодня вам сделать этот шаг к вашему будущему, к тому, чего вы мечтаете, к вашему финансовому прорыву, к вашим отношениям в семье, к вашим отношениям, может быть, к работе, к вашему здоровью, к вашей свободе сущности. Шаг. Отказаться от повседневного, привыкшего греха, без которого мы не можем жить. И это называется истина. Познайте эту истину, и истина сделает вас свободным. В Деяниях апостолов один человек пришел, чтобы получить дар Божий. Петр говорит, нет тебе всем ни жребия, ни части, ибо сердце твое неправо пред Богом. И так покайся в всех грехах твоих, молись Богу, может быть, отпустит тебе помыслы сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды. Узы неправды. А как бы я хотел бы, чтобы на киевских там этих дворцах спортах выгоняли бесов неправды. Почему-то не слышал этого. Никого-то не коребило там, никого-то не кидало. Симон же сказал в ответ. Человек раскаялся, понял, что он делает, и говорит, помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничего и сказано вами. Когда Дух Святой приходит, Он открывает нас. Я знаю, что многие скажут, но вы не знаете ситуации, обстоятельств. Друзья, я здесь не судить. Я и сам боюсь перед Бога, хочу ходить перед Ним праведно. Все, что я хочу сделать сегодня, это дать вам возможность сделать первый шаг к своей свободе.
те, кто неверующие, не познали Бога, либо как бы так, издалека увлекались религией. Ишуа говорит: Я есть путь, истина и жизнь. На пути мы стоим к Богу. На эта истина должна дать нам свободу. Здесь будем сейчас славить Бога и молиться. Я прошу, чтобы лидеры наши, участники служения, вышли вперед. И если вы хотите свободу в этом, убрать свой фасад, я не говорю, чтобы говорить теперь все правду, что вы думаете о людях, я говорю о том, чтобы убрать свой фасад, внутренний фасад перед Богом. То, чего я больше всего переживаю, что можно думать, что ты стоишь перед Богом, а Бог смотрит на тебя и говорит: ты далеко уже. Ты даже не знаешь, что уже есть истина. Ты заблудился. Вернись ко мне, пока еще есть время. Те, кто смотрит наш в эфире, у вас есть этот шанс тоже прийти к Богу, вместе с нами молиться, тоже прийти к Нему и дать Ему то, что у вас есть, все, что у вас есть. Я не говорю деньги. Богу не нужны деньги. Я не говорю какие-то особенные дни, какие-то. Я говорю вот тут сердце, чтобы Он вот здесь изменил нас. И быть честным. Вот то, что больше всего мне хочется, видеть людей честными. Мы сейчас ставим наши ноги. Мы помолимся этой молитвой, чтобы Господь прикоснулся к нам. И я прошу, не стесняйтесь пред Богом. Выходите вперед, чтобы за вас помолились. Потому что дар вечной жизни сегодня Он приготовил для Господь для нас. Он даром. Все, что нужно сделать, сказать: хочу быть честным. Устал, пустой, достало все. Хочу показываться, что у меня все нормально, у меня все классно, красиво, дома, машина, вид, фасад, внутри, Господи, болит. Пустой. И не знаю, как сюда выйти. Я запутался в собственных мыслях, в собственных отношениях, в жизни, в которой я живу. Господи, помоги мне. Сейчас я нуждаюсь в Тебе.